Полоса черная, полоса белая. Не череда будней, а свежевыкрашенные бордюры. Радуют глаз автолюбителей. На Пионерском проспекте приводят в порядок газон. Ведут покос травы, ремонтируют ограждения. Наносят свежую краску. Покраска бордюра на Пионерском проспекте началась вчера, то есть 12 апреля 2015 года. Кроме Пионерского проспекта была покрашена улица Крымская, где-то 80%. Работы не прекращаются. В течение 2 недель будет покрашен весь объем. Это порядка 20 километров бордюров по городу. Основное это будет центральные улицы, улица Крымская, Шевченко, Астраханская, Самбурова. Вся въездная группа. Сотрудниками Ремстроя проведены работы по замене металлических ограждений на набережной. Частично заменены секции, вышедшие из строя. Ограждения красят. Идет ремонт плиточного покрытия в районе верхней набережной. На улице Терской красят скамейки. Пришедшие в негодность заменят. Также идет замена плиточного покрытия. Срок выполнения работ до 1 мая 2015 года. Кроме того, нашим предприятиям ведутся работы по озеленению. В данный момент мы сажаем туи и ремонтируем клумбы возле 5-й школы. 1 апреля начались работы по ремонту фонтана на улице Набережной 6Г в районе музея Горгиппия. Он будет предназначен именно для детей. Обновленный фонтан представит собой большую чашу с оранжевыми лавочками вокруг. Украсят композицию хромированные шары. Вся конструкция будет для детей предельно безопасна. Работы завершат к 1 июня, Дню защиты детей.